по итогам 2016 года финансирование прошло в размере около 2 миллиардов рублей. Это средства областного бюджета и плюс ко всему из федерального бюджета и вне бюджетных фондов было направлено около 2,5 миллиардов рублей. За счет адресной инвест-программы была обеспечена коммунальная инфраструктура для социальных новостроек региона. А это 27 многоквартирных домов, из них 5 в Архангельске. Отдельное внимание уделено развитию дорожной сети. Реконструирован участок Сухое-Самодед, автотрассы Архангельск-Плесецк-Аргополь. Подъезд к деревне Боярская от автодороги Ломоносова. Мост через реку Устья на автотрассе Вельск-Шангелы. Программа предусматривает и разработку проектно-сметной документации на ряд объектов. От магистральных сетей водопровода и ливневой канализации к земельным участкам под многоквартирные дома до здания больницы в Березнике и берегоукрепительных работ в районе набережной Георгия Седова в Архангельске. По итогам заседания правительством муниципальным образованием рекомендовано предусмотреть софинансирование расходов по строительству объектов муниципальной собственности.